Ты кажешься, больной осел бежит по болоту. Сори за шорс. Да, здесь шорс, но сейчас посмотрим. Тут мистер Хаммет. Еще он такой, он все время дико похож на, как говорят, что он какой-то типа харизматичный. Он именно настолько по-уебански выглядит, он все время похож на максимально обиженного ребенка. Как, знаете, бывает, допустим, на детской площадке мальчик такой, лет 5-6, ходит какой-нибудь, всем показывает свою игрушку какую-нибудь. Смотри, что мне папа купил. Ну, смотри. И кто-нибудь другой подходит постарше, отдай, блядь. Забирает, и он прям... И вот он прям полностью похож на такого, как будто у него отобрали всю технику, отобрали слух, отобрали умение играть, как бы, ну, у него никогда не было, но просто их не дали, да, он хотел, просил прям, но не дали, и из-за этого вот он... Блять, вот кто-то реально думает, да, что вот если представить такого чувака, вот он, не знаю, вышел бы в каком-нибудь клубе, там еще где-то, и вот так сам по себе что-то вот такое изобразил бы, и кто-то бы сказал бы, что типа, да, это классно, здорово. То есть чувак просто всю жизнь паровозиком, да, прицепился, как бы, к Ларсу, Хэту, и вот, собственно говоря, вот, может быть, он сейчас пытается какую-то свою, как бы, карьеру, может, он чувствует, что пахнет жареным, что там что-то Хэт вот уже разводится, может, какой-то бухач усилился, и, как бы, все там... пошло не туда, поэтому он какой-то выпустил свою эту дресню, которую кто-то назвал альбомом. И вот, может быть, он, типа, пытается как-то строить сольную карьеру. Поэтому, ну, я не удивлюсь, если фанатики реально будут вот на эту возню сраную кривую ходить и, собственно говоря, радоваться. Что, типа,